позволения, я официально открываю августовскую педагогическую конференцию 2021. Современный учитель, качественное питание, зарплата бюджетников. Показатели, по которым Одинцовский городской округ стал лидером в Подмосковье. Глава муниципалитета Андрей Иванов подвел итоги прошедшего учебного года и обозначил задачи на будущий. Также нам необходимо создавать условия для повышения охвата и качества дополнительного образования, в том числе для вовлечения и поддержки талантов детей и их способностей, профессиональное развитие педагогов и управленческих кадров. И еще одна важная задача – создание единого образовательного пространства, то есть создание 31 образовательного комплекса до 1 января 2022 года. Ежегодная августовская педагогическая конференция прошла на площадке Центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард». Она собрала более 600 работников образования со всего округа. Уважаемые педагоги, воспитатели, работники дополнительного образования, шеф-повара и просто работники образования Одинцовского городского округа, разрешите мне от всего депутатского корпуса поздравить вас, дорогие труженики, дорогие отличницы, с замечательным преддверием праздника Дня знаний. Особую роль в современной системе образования играют школьные психологи. Татьяна Владимировна помогает ученикам справиться с тревожностью во время всего учебного периода. Более 20 лет работает не только с детьми, но и с их родителями. Работа не только с учениками, еще с трудными подростками, с одаренными детьми. С ними тоже приходится работать, потому что у них тревожность к экзаменам. Развитие системы воспитания, новый формат внеурочных занятий, цифровые технологии в образовании. И детей, и преподавателей ждет немало интересного в новом учебном году. Сегодня говорят о том, что в школу придет и дополненная реальность, и виртуальная реальность, и искусственный интеллект. Поздравить педагогов с новым учебным годом приехал заслуженный артист России, житель Одинцовского округа Денис Майданов. Подарком стала премьера песни. Самый классный наш руководитель, наш наставник и друг самый первый, учитель. Учитель, друг, это однажды свет, и по следам далеких лет вновь к тебе вернусь, мой вдохновитель. Екатерина Крамер, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».